Не, не надо ссать на камеру, это классно вообще. Что это не войдет, не пойдет ни в. Да, обычно такое, как бы. Годится. Зато какая красота кругом, смотри. О, вот этот месяц там. Эти сосны, эти ели. Пойдемте, это, я вам что покажу. Тут есть в лесу, вот в этом, вот туда. А за мной, вперед. Тут могут быть собаки. Пошли. Аккуратно, тут могут быть змеи. Давай. Лучше до поляны дойдем, кстати. Там оно колоритней. Подходим к нашей секретной поляне. Вы не найдете ни на одной Google карте. И на Яндекс.Карте не найдете. И вообще нигде не найдете. Потому что ее нет. И вот здесь я недавно видел кое-что интересное. Надо это поискать. Давайте поищем. Слушай, вот оно, вот. Прям вот здесь. А кто это сделал? Оно немного разбросано, но. Но в принципе, да, вот это вот, вот то, что мы искали. Комары достают. Вот. Ничего не чувствую пока. Небольшой, ну, может быть, хмеля какой-то привкус, но я не уверен. Сейчас мы поищем побольше, короче, и забьем это все в сишку, чтобы оценить эффект. Да, вот это, может быть, это грязное, это... Фу, блин, подожди, вот была хорошая вроде какая-то. В принципе, они все вот чистые, это, да. Это вот пойдет. Это пойдет. Пойдет. Ну, мы, в принципе, можем это размельчить прямо на пеньке, вот так. Смотрите, сколько продукта выходит. Во. И вот это тоже. Если что, можно покатать вот так по руке. О, да. Все. Теперь мы это все соберем в кучку. Ну вот так вот в такую кучку собираем. Вот так вот. Надо не жалеть, не, ну, как бы, усилий своих, как бы, чтобы все хорошо получилось. Чисти! Это уже отходы. Фу. Блядь, комары, что ж такое? Так, и сейчас мы будем это все забивать в сишку. Вот. Я обычно использую фильтры. Марок фильтров много. Может быть, кто-то предпочитает другие какие-то, неважно. То, что у нас получилось после измельчения продукта, мы... Пардон, тут столько комаров, что меня это вымораживает. Не помогает даже вот эти вот... Вот. Ну, а что мы сейчас и пытаемся сделать? Как бы, как покурить оленей... Ну, то, что осталось после оленей, как бы, вот, они едят что? Мох, соль, всякий разный шит, типа вот этих вот палочек, вот таких вот. А, поэтому, ну, в принципе, я думаю, что можно и немного вот с земли содрать. Сейчас сделаем. Вот, так вот мы это все скручиваем. Я даже сейчас, вот можно без перебивок, пожалуйста, я сейчас это все действительно закурю, как... Да. Аплодисменты можно вставить?
И такие как бы тревожную музыку. Да-да-да. Да. Сейчас, секунду. Ох, запах пошел такой, как прям, скажем так, крафтовый. Эх, погасло, это я. Единственный недостаток, конечно, это вот то, что он гаснет просто очень быстро, и даже, ну, я боюсь, что я просто слишком много мха добавил туда. Маловато! Да, слишком много мха. Может быть, переснимем, что я меньше мха добавлю туда. Ммм. Пайка, зацени. Чувствуешь, что в этом есть что-то природное? Такое, ну, как бы, мы не просто так же вот пришли сюда, вот, чтобы покурить там. В этом есть что-то божественное даже? Ну, в общем, да, все твари являются как созданиями божьими, да, тварями. Твари! А прям даже... Немного и штырит от этого. Да, на, держи, попробуй. Да, пока еще осталось что-то. В принципе, там много еще этого говна, поэтому не надо не делать. Вот она, сила леса! Мы забили только что экскременты какого-то непонятного зверя, которого вот нашли в лесу, как мы вы только что видели. Вот. Интересный эффект, конечно. Вот. Пьем мы Жигулевское, если как бы это важно, да, для вашего канала. Нет. Пьем мы Жигулевское, нас едят комары, вообще дичайшие, поэтому я даже не могу показать свою прическу. Пишите в комментариях, что за животное оставило эти следы, которые мы пытались покурить. А что касается Жигулевского? Жигулевское, как написано вот здесь, вот это, а его вот здесь тоже, высший сорт. Во! Во! Если едете на природу, берите Жигулевское. А если, точнее, вы хотите нажраться пивом как следует, вообще просто там, значит, выпить там 30 литров, там 40 литров, 50 литров, короче, лучше Жигулевское, потому что все остальное, если не проверены какие-то темы ваши, ипа, хуипа, вы выпьете 40 литров ипа, хуипа, и вы сдохнете просто. А с этого, ну, как бы мы так слегка подобломаемся, может быть.